чтобы избежать беды. Представители территориальных органов местной власти и сотрудники пожарного надзора на встрече с жителями деревни Новопареево еще раз напомнили об основных мерах противопожарной безопасности. Здесь, на улице Дружбы, в доме номер 30, 11 февраля произошел пожар. К сожалению, есть жертвы. Погибли двое – мать и дочь. Ежемесячно проводим в социальных сетях всевозможные публикации о том, что соблюдайте меры пожарной безопасности. Ввиду того, что были такие сильные морозы в этом году, да, здесь хоть и есть уже газ, то есть социальная газификация здесь была, не деревня газифицированная, но не все еще подвели себе его, да, в дом, поэтому отапливаются они электроприборами, да, и вот произошла из-за этого и такая ситуация. На встрече отмечалось, что основные причины пожаров связаны с неправильной эксплуатацией и нарушением монтажа электронагревательных приборов. Они должны быть исправными и сертифицированными. Предположительной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования, предположительно холодильника. Отдел надзорной деятельности проводится проверка по данному факту пожара. В соответствии с действующим законодательством будет вынесено соответствующее процессуальное решение. Статистика пожаров за последнее время красноречивее слов. Нам рассказали, что только в Афрянове с начала года более 5 раз тушили возгорание, а в целом в городском округе Щелково за последние 2 месяца было зарегистрировано 75 пожаров. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно звонить в пожарную охрану по телефону 112 и предпринять всевозможные действия к эвакуации, или нам это позволяет ситуация, к ликвидации очага возгорания. Берегите себя и своих близких. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.